I'm somebody nobody loves. Oh me, oh my, my, my. Поляк. Да что с тобой такое, приятель? Что ты делаешь? А на что это похоже? Аврора теперь моя девочка, Шон, и я не позволю другим мужчинам заглядывать ей под подол. Черт возьми, Джулс! Ты теперь водитель, и перестань думать как механик. И задрать нос, как какой-нибудь пижонистый придурок? Нет, спасибо, брат. Вероника? Morning, beautiful. Я тоже еду на гонку. Витторе попросил меня побыть фотографом. Я давно ждал этого момента. Я не верю в чудеса. А, моей сестре достался весь семейный шар. И мозги. Хорош фигней страдать, нужно выиграть гонку. Для вас, парни, есть работенка, а для обоих. Ждем команды. Все, грузимся. Я хочу пересечь границу до ночи. Готов. Грузовик загружен и готов отправиться в путь. А Аврора? Упакована, будь здоров. Гуд. Мы с Вероникой поедем впереди. А вы, ребята, направляйтесь к немецкой границе. Оттуда в Сарбрюкен по прямой. Отметил место на твоей карте. Давай, Шон, залезай. Да-да. Ну что, мой друг, после завтрашнего дня станешь знаменитым. А я буду рядом с тобой пожинать плоды твоего успеха. О каких наградах вы думали? Женщины. Немки без ума от гонщиков. Сейчас бы сюда дюжину блондинок и побольше винограду. Надеюсь, ты не подведешь нас. Спасибо, но победа в этой гонке нужна не только для того, чтобы ты тёлок кадрил. Витторе сильно рискует, сделав меня водителем. Не подведи его, Шон. Надеюсь, нет. У Витторе есть над чем поразмыслить. Например, как сам факт того, что война может начаться в любой момент. Не читаешь газеты? Всего лишь спортивный зал. Эти нацистские ублюдки хотят войны. Если будет, как они скажут, все мы останемся без работы. Граница впереди. Веди медленно и постарайся не вызвать подозрения. Да, но нужно было предупредить раньше. Серьезно, Шон, эти свиньи выискивают предлог, чтобы начать стрельбу. Mit Pass und die Reisepapiere. Sofort stehen bleiben, ihre Papiere. С вами приятно иметь дело. Уже близко. Я чувствую запах отсюда. Глаза на дороге, педаль в упор, друг мой. Об остальном я позабочусь. Ты считал меня плохим парнем? В чем прикол? Я неплохой механик. Я ничего не делал. Мой учитель говорил, Джулс, все эти дети глупые, особенно твой кузен Джавьер. Но необычный. Ты слишком умный. Думал, что все мозги в семье достались Веронике. Ей нравится так думать. Что я тебе такого сделал? Я сам не свой, когда она рядом.
Дело не в тебе. Вероника со всеми мужиками так. Начало. Когда-нибудь я отведу тебя в кабаре моей семьи в Париже. Вероника выросла в Бель-Дюньи. Скажем так, это не совсем обычное воспитание. Звучит весело. Мой друг, ты понятия не имеешь. Кузен Жавьер. Где босс?